привет всем любителям хорошего звука, с вами Левчук Александр, канал Звукомания. Это видео будет посвящено джаз-блюзу российскому, именно российскому. Да, у нас с этим туговато, и с блюзом, и с джазом, в особенности блюз. Кстати, уже пару, может быть, 3 месяца. И вообще про музыкальные альбомы ничего не говорил. И в этом видео я расскажу про джаз и блюз. Ну, больше, конечно, про блюз. И открывает нашу музыкальную фонотеку вот этот вот альбом. Еще в 2000 году родилась идея студийного проекта с песнями из репертуара Аркадия Северного. В марте 2004 года вышел альбом «Северный блюз» с 11 песнями на русском языке. Бездна обаяния и шквал положительных эмоций. Все это она с любовью посылает к зрителям. Где объединилась с первоклассной московской ритм-секцией, это бас-гитарист Анатолий Смирнов и барабанщик Алексей Цыганов. Хорошо известные в блюзовых кругах России, как сросшаяся воедино слаженная и добротная ритм-секция с мощным грувом и грустным звуком. Они вместе – это все окружающая электрогитарная торнадо, пробивающая любые препоны, потрясающий голос, неотразимый безукоризненный ритм, четкое звучание каждого инструмента, отрывное и беззаботное поведение на сцене. Всем своим видом показывает, музыка – это смысл их жизни. Следующий блюз джаз – это Алексей Ростоцкий. Алексей Ростоцкий с альбомом «Splashes». Альбом получился довольно яркий, музыкальный, со множеством интересных спецэффектов. Послушайте. Алексей Ростоцкий – композитор, басист, аранжировщик, продюсер, основатель джаз-бас-театра. Ростоцкий любит экспериментировать. Его первые виниловые пластинки расходились невиданными сегодня тиражами. Десятки тысяч копий. И последний альбом. Альбом Трибелова «The Good Boys» – «Удачное приобретение». Записан он 21 июня 1996 года в Арбат Блюз клубе на оборудовании Black Beard Studio Евгения Дроздова. Все альбомы, прозвучавшие в этом видео, вы можете скачать по ссылке ниже в хорошем качестве. Если какие-то будут вопросы по звуку, пишите мне в личку ВКонтакт, на электронную почту, в Одноклассники. Всех выслушаю, всем помогу. А пока я с вами прощаюсь, всем удачи и удачи найти свой звук. А ты, вот ты, подписался на канал?